Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей Пробст Ольги Юрьевны, 1983 года рождения, жительницы Геогинского района. 25 мая текущего года она вышла из своего дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 33-37 лет, среднего роста, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые, темно-русые. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Пробст Ольги, сообщить по телефонам 594100, 8-961-819-5650 или 02 с мобильного 102. В Адыгее за 5 месяцев возбуждено 77 уголовных дел в отношении повторно задержанных нетрезвых водителей. Так, сотрудниками ДПС межмуниципального отдела МВД России Адыгейский задержана 30-летняя жительница Краснодара, управлявшая иномаркой в состоянии опьянения. Женщина передвигалась без права на управление транспортом, так как ранее была привлечена к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении нее возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят. Отметим, что за 5 месяцев текущего года в Адыгее в судебные инстанции республики направлено 71 уголовное дело. Больше всего таких решений было принято дознавателями отделов МВД России по Майкопу и Токтамукайскому району, 23 и 21 соответственно. Далее коротко расскажем о некоторых мероприятиях и происшествиях. За неделю госавтоинспекция провела несколько профилактических мероприятий. Так, в Токтамукайском районе организована акция «Школьный автобус». Особое внимание полицейские уделили техническому состоянию транспорта и организации предрейсового медосмотра. В Геогинском районе водителям напомнили о необходимости строго контролировать скоростной режим и всегда уступать дорогу пешеходам. С начала июня в Адыгее зарегистрировано несколько случаев хищения велотранспорта. Стражи правопорядка отмечают, что совершению такого рода правонарушений способствует беспечность самих владельцев. Зачастую велосипеды и коляски, оставленные в общественных местах, являются легкой добычей для злоумышленников. Если же вы решаетесь оставить их без присмотра, то делать это рекомендуется в зоне действия камер видеонаблюдения. В Геогинском районе полицейскими задержан 22-летний местный житель в хищении более 600 литров дизельного топлива. Выяснилось, что парень присматривал подходящие грузовики, а ночью сливал с них топливо и увозил на личной машине. В настоящее время оперативники устанавливают причастность указанного лица к другим противоправным деяниям. Полиция Адыгеи информирует граждан о правилах предупреждения краж из квартир и домовладений. Не стоит прятать ключи в установленных местах, допускать скапливание корреспонденции в почтовых ящиках. Самый надежный способ уберечь имущество от посягательства – централизованная охрана. Подробная информация размещена на сайте ведомства. Сотрудниками полиции Геогинского района раскрыт дерзкий грабеж, совершенный в отношении местной жительницы. Ей 91 год. На днях в ее дом проник неизвестный и, угрожая, забрал деньги, а также боевые награды. О том, как оперативники вышли на след грабителя, в материале Вадима Агаркова. Тревожное сообщение поступило в дежурную часть районного отдела полиции в начале июня. Заявительница, 91-летняя пенсионерка, рассказала, что ночью в ее дом проник неизвестный и с применением насилия похитил деньги. Я ему дала под 50 рублей у меня были. Не знаю, а то лежали у меня деньги. Сыну я откладала в Ленинград, он каждый год приезжает, откладала. Ну вот все схватило, и вот она опять меня, и то ж повалил. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции незамедлительно организовали проведение комплекса неотложных мер. Вскоре оперативникам удалось выйти на след грабителя. Была установлена личность ранее судимого жителя города Майкопа, в дальнейшем который был задержан и в настоящее время находится под стражей. В ходе раскрытия данного преступления у оперативника возникли трудности ввиду возраста и здоровья потерпевшей, так как она не могла не опознать злоумышленника, не указать на какие-либо детали, в связи с чем проводились комплекс оперативных мероприятий с целью проверки лиц, ранее судимых на территории Геогинского района. На первом допросе задержанный дал признательные показания. Оказалось, что, покидая место совершения преступления, кроме награбленных наград, он забрал с собой алкоголь и 2000 рублей. Полицейским стало известно, что добычей злоумышленника также стали 5 наградных медалей, принадлежащих супругу потерпевшей, участнику Великой Отечественной войны. Подозреваемый их сильно повредил. По факту грабежа следственным подразделением отдела МВД России по Геогинскому району возбуждено уголовное дело.
В отношении фигуранта судом избрано мера пресечения в виде ареста. За данное деяние мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Вадим Агарков, Беслан Хуаджоков, Вести, дежурная часть.